постепенно ваше тело начинает ходить не в напряжение, вот большая просьба, не в напряжение, а в тонус. Мягкий, но хотя бы мягкий, но тонус. Напряжение, похоже, тонус, это, скорее всего, как вот питьевая лука. Ее можно натягивать, а можно отпускать. Тонус-то можно играть, напряжение нельзя играть. Напряжение – это жесткость. А тонус не позволяет. Вот это вот протягивание, это вот теле оборудование у нас проводится. Потихонечку мы все сами приведем к такой